Самолет НАТО приземлился в аэропорту Маркулеште, что на севере Молдовы. До сих пор подобные учения проводили на румынских или молдавских самолетах. Воздушное судно Североатлантического альянса задействовали впервые. Молдавские и американские военные готовятся ко взлету. Через несколько минут в небе на высоте 350 метров один за другим появляются парашютисты. В учениях участвуют бойцы молдавского спецбатальона «Фолджер», а также служащие нацармии Молдовы и американского спецназа, дислоцированного в Европе. В общей сложности порядка 200 человек. Мы хотим, чтобы наши военные были обучены во всех областях. Для спецслужб это особенно важно. Эти учения позволяют нам развиваться в профессиональном плане, учиться проникновению в место назначения воздушным путем. Цель учений, как заявлено в пресс-релизе нацармии Молдовы, отработка возможностей и повышение уровня оперативной совместимости военнослужащих. Как вы видели, мы осуществили прыжок с парашютной системой MC-6Т-11. Соответственно, уровень оперативной совместимости с каждым таким учением растет. Я бы поставил высокую оценку этим учениям. В будущем нам нужно будет больше сотрудничать. Сейчас мы работаем над установкой связи. Я впервые в Молдове, впервые прыгаю с молдавскими военными. И все прошло отлично. До границы с Одесской областью отсюда примерно 90 километров. Еще ближе Приднестровье, где уже более 30 лет размещены российские военные. Война в соседней Украине заставила молдавские власти всерьез задуматься о состоянии армии. Со времен обретения независимости республики ее численность сократилась почти в 4 раза, а оснащению подразделений практически не уделяли внимания, аргументируя нейтральным статусом страны. Первый знак о том, что толчок произошел, это, во-первых, удвоение бюджета национальной армии. Да? Это то же самое видится в интенсивности сотрудничества с НАТО и в интенсивности сотрудничества с Евросоюзом. И именно в оборонной сфере, не только в политической сфере. Намного больше стало разных учений. Что нам сообщает Министерство обороны? Это закупка определенного радара. Это значит, что появляются новые средства обороны. Нейтральный статус Молдовы не запрещает ей укреплять обороноспособность, добавляет бывший военный представитель Молдовы в НАТО и ЕС Раду Бурдужа. Сейчас реальной угрозы нет. Да? Если смотреть период с 2 лет и больше, тут никто ничего не может исключать, поэтому мы должны готовиться. В настоящее время именно вот эта концепция нейтралитета, она как концепт, она сильно подорвана. Потому что после того, что случилось с Украиной, и Украина же была нейтральной страной, после того, что случилось с Украиной, две традиционально нейтральные страны, Финляндия и Швеция, сразу попросились в НАТО. Недавно генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об углублении партнерства с Молдовой на фоне давления, оказываемого на республику Москвой. Столтенберг объявил о финансовой помощи Кишиневу для укрепления киберзащиты, стратегических коммуникаций и повышения оборонного потенциала. А Молдова, в свою очередь, выразила желание принять участие в международных миссиях и учениях.